разгружено. И вот. Тоже искал, потом только в интернете нашел. Ребята, всем привет. Вот, правда, еще не стал владельцем полноценным, но уже, как сказать, поддокументально, но уже практически хозяин этого авто, замечательного авто. Ну что, начались маленькие, как бы сказать, нюансики, когда в порыве страсти, в порыве то, что увидел такой автомобиль необычный. Вот. Не все вещи замечаешь. Короче говоря, не держит ручник. Сейчас я буду его регулировать. Смотрите, о нем мало информации, об этом автомобиле. Короче, чтобы чтобы отрегулировать вот этот ручник, что нам нужно снять торпеду. Торпеду, вот эти 6 болтов внутри бардачка. Вот такая крышечка вон. Ну, я думаю, кто владельца знает будет. Вот, мы его откручиваем. Вот этот консоль я снял. Здесь вот такие вот крепления. Вот такие. Так, сколько их штук? Вот здесь вот впереди. Ну, снять я, по сути дела, обычно отсюда. Поднадел и вот так вот вытащил, короче говоря. Сначала эту сторону, потом ту. Все равномерно. Но только, конечно, нужно быть аккуратным. Так, дальше. Дальше будем откручивать вот те болтики. Пойду за ключами. Да, ребят, багажник открывается в 3 случаях. Ну, первый это вот салона. Второй с ключа. То есть на брелке есть здесь вот такая штука. Вот она. Вот, ее нажимаем, и она открывается. Оп, все. Ну а третий способ — поднял задницу и пошел, взял в багажник. Так, здесь у меня уже где-то
полное обсуждение, но пока здесь все накидано, все в деревне, наверное, будем там приводить порядок. Здесь вот полноценная запаска. Нам нужны ключи. Так, на 10, по-моему. На 10 или на 8. Нет, скорее всего, наверное. Так, это вот 11. 11, это 12. Ну вот он. Проверим сначала. По-моему, мне кажется, на 8. Почему так кажется? Не кажется, а так оно и есть. Ладно, будем искать торцовую на 8. На помощь пришли мне вот такие ключи. Будем пробовать ее откручивать. О, пошла жара. Процесс, короче, нудный, долгий, поэтому я думаю, я поставлю ее вот так вот, камеру, может, буду разговаривать. Такая вот канитель, здесь ручник, чтобы подтянуть, такие вот такой длины. О, видно, не видно. Почему ее надо откручивать? А я здесь вот так вот, жарище. Так, ну вот, смотрите, ребят, внимание. Вот она поднимается. Посмотрим отсюда. О. Да что, сейчас буду пробовать. А, вроде. Нашел под бородой вот такую штуку. Кредитная карта чья-то была. Так, эти пришлось отстегнуть. Это я не знаю, что это такое. Может, что-то дополнительные какие-то провода. Оно это от прикуривателя, да. Так, этот провод подсоединен у USB. Отлично. Что, вот это будем крутить? О. Будем смотреть.
Так, вот с этой стороны он находится. Но мне кажется, что он короткий, что ли, уже, бля. Встал. Ай! Недавно купил себе лифан. Ребята, привет! Вот я вам показал, как снимается здесь торпеда. Пытался затянуть ручник, так как он, ну, плохо держит. А ручник, и он просто необходим, наверное, я думал, в автомобиле. Вот, по технике безопасности. Если не тормоз, то ручник в любом случае. Вот, и пришел, знаете, к такому выводу. Пробег 89 тысяч. Это километров, наверное, 100 я уже на ней накатал. Вот, в принципе, так, тормоза, конечно, работает нормально. Есть здесь свои нюансы, вот, о которых я буду рассказывать, делиться. Еще что заметил. Так, по состоянию, вот по кузову, я бы сказал бы, даже очень хорошее. Вот, я имею в виду к тому, что нет ржавчины там таких вот, вот там в двух местах вот есть, как бы сказать, перетертости, уже вот, наверное, скоро будут готовить, но мы до этого, вот. Какие будут поломки, какие будут нюансы, буду выкладывать, делиться в этом видео. Вот, сегодня, наверное, может завтра, постараюсь здесь, в Самаре, заказать вообще, что вообще с запчастями, как, можно их найти или нельзя. Тема тоже такая интересная. Вот, доступны они или недоступны. Ну, в общем, как-то вот так. Так что давайте, смотрите, подписывайтесь. Будет желание у кого-то. Комментируйте обязательно. Этот автомобиль у меня не первый, в принципе, ну и не последний. Но он отличается немного от других, это производителем, китаец, бюджетный автомобиль. Ну, вот, много, конечно, наверное, об этих китайских говорят, вот какие они, как консервные банки. Но мы не собираемся на них гонки гонять, и пускай нас Бог бережет. Так что будьте все аккуратны на дороге, вот, никуда никогда не торопитесь, а чисто кайфуйте. Ну давайте, пока-пока.